Здравствуйте. Следующий представитель полимеризационных смол – поливинилхлорид. Посмотрите реакцию его получения. Это реакция полимеризации. Молекулярная масса от 9 до 170 тысяч. Плотность от 1,35 до 1,43 грамм на сантиметр кубический. Температура стеклования 75-80 градусов. Температура плавления от 150 до 220 градусов. Трудно горюч. При температурах выше 110-120 градусов склонен к разложению с выделением хлористого водорода. Растворяется в циклогексане, тетрагидрофуране, диметилформамиде, дихлорэтане. Не растворяется в воде, спиртах, углеводородах. Стоек в растворах щелочей, кислот, солей. Устойчив к действию влаги, кислот, щелочей, растворов солей, бензина, керосина, жиров, спиртов. Обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Поливинилхлорид применяется для электроизоляции проводов и кабелей, производства листов, труб, пленок, искусственных кож, поливинилхлоридного волокна, пена поливинилхлорида, линолеума, обувных пластикатов, мебельной кромки и так далее. Также применяется для производства грампластинок, профилей для изготовления окон и дверей. Поливинилхлорид используют как уплотнитель в бытовых холодильниках. Моющиеся обои покрываются пленкой из поливинилхлорида, делая обои непромокаемыми. Также поливинилхлорид широко применяется в пиротехнике. Широко применяется в рекламе, для оформления витрин магазинов, создания рекламных баннеров и плакатов. Политетрафторэтилен или тефлон, или фторпласт 4. Посмотрите реакцию его получения. Это тоже реакция полимеризации. Тефлон белое, в тонком слое прозрачное вещество, по виду напоминающее парафин или полиэтилен. Плотность от 2,18 до 2,21 грамм на сантиметр кубический. Обладает высокой тепло- и морозостойкостью. Остается гибким и эластичным при температурах от минус 70 до плюс 270 градусов. Прекрасный изоляционный материал. Тефлон обладает очень низким поверхностным натяжением и не смачивается ни водой, ни жирами, ни большинством органических растворителей. Фторопласт – мягкий и текучий материал, имеет ограниченное применение в нагруженных конструкциях. По своей химической стойкости политетрафторэтилен превосходит все известные синтетические материалы и благородные металлы. Не разрушается под влиянием щелочей, кислот и даже смеси азотной и соляной кислот. Разрушается расплавами щелочных металлов фтором и трифторидом хлора. Тефлон применяют в химической, электротехнической и пищевой промышленности, в медицине, в транспортных средствах, в военных целях, в основном в качестве покрытий. Наибольшую известность тефлон получил благодаря широкому применению в производстве посуды с антипригарным покрытием.